Это самые классные парни в колледже. О, вот они идут. Какие красавчики. Ну и страшилы. Думаете, кто-нибудь захочет с вами встречаться? А? О, нет. Зачем они так? Какой позор. Нам никогда не найти парней. Мы слишком страшные, чтобы кто-нибудь с нами встречался. Ненавижу этих мальчиков. И все эти стихи. Это сплошной обман и фотошоп. Нам никогда не стать такими. Постой. Это как раз то, что нам нужно. Мы сможем стать такими же красивыми. Вот увидите. Рокси? А? Я согласна. Отличный план. Ну что ж, начнем перевоплощение. Я уже не вижу прыщей. Класс. Я использую очищающую пенку. Мягкий уход. А я выдавлю их всех. О, умри, прыщ. А я буду использовать невидимые патчи для прыщей. Подождем. И прыщ уйдет вместе с патчем. Мне поможет природное средство – сок алоэ. Разрезаем. Освобождаем мякоть. И наносим сок на лицо. Посмотрите, алоэ – это же прошлый век. Эй, бабуля, сейчас уже все используют косметические маски. А что такого? Зато это натурально. Смотрите, прыщи исчезли. И мы сразу стали выглядеть намного свежее. Нас ждут крема и маски для тела. Эй, а куда подевалась Эшли? Скорей, за ней! Я готова. Вперед! Привет, Колин. Как дела? Чем занимаешься? Привет. У меня как раз есть дело для тебя. Вот моя домашка. Спасибо. Колин, подожди. Ну почему он так со мной? Какой позор. Успокойся, Эшли. Ты отправилась к нему слишком рано. Наше перевоплощение еще не закончено. Садись, собери волосы. Okay. Тебя ждет ванна со льдом. Что? Нет. Да, ныряй. Ну как, уже преобразилась? Ледяная свежесть. Пилинг смоет все следы. Скраб – мое природное оружие. Мягко и гладко. Оу, только не это. Ради краша, давай, сделай это. Ладно, я смогу. Патчи для свежего взгляда. Патчи для нежного поцелуя. Пришло время попрощаться с моей монобровью. Нет, мне страшно. Смотри, там Зендая. Где? Тональный окрас. И мастерская растушевка. Корректор скроет все, что надо. Эй, не подглядывай. Пудра. Легкая, словно воздух. Подчеркнем лучшее. Накрасим губы. Макияж почти готов. Остался яркий акцент. Девчонки, мы готовы? О, нет. Я сейчас.
Использую магию. Я тоже готова. Теперь пришло время встретиться с парнями. Нет, не могу. Мне страшно. Подвинься, я пойду. Нет, не пойду, он там. Что? Прекрати грызть ногти. А с твоим маникюром что? Какой ужас! Тройная катастрофа! Вам нужна экстренная маникюрная помощь. Быстрее! Присаживайтесь. Это бомбочка для ванны, и она вам поможет. Опускайте пальчики, дамы. О, как приятно! Ручное спа! Какое удовольствие! Моя кутикула сверкает чистотой. Спасибо. Теперь используем скраб для рук. Я чувствую, как кожа говорит мне спасибо. Нас уже ждут увлажняющие перчатки. Это лучшее, что случилось с моими руками. Красота! Мои ручки такие мягкие. А сейчас накрасим ногти. Смотрите, какой яркий цвет. Твой маникюр просто огонь. Смотри, не обожги меня. Теперь у нас самые красивые ноготочки. О, вы только посмотрите, что на нас надето. Это нужно срочно исправить. Вперед. Разбираем наряды, девочки. Нет, все не подходит. Мне снова нечего надеть. У меня есть идея. Этот образ нужно немного подогреть в духовке. Да, готово. Вау! Это так горячо и круто. На моей одежде какое-то пятно. Придется его постирать. Помойся хорошенько, дружок. А вот и мой магический гель. Но что случилось с моими вещами? Вау! Теперь я выгляжу как водопад роскоши. Нет? Нет, мне ничего не нравится. И ничего не подходит. Но почему у меня нет нужной одежды? Вау, а это было неплохо. Все уже нашли себе наряды, кроме меня. Не плачь, земля. Вот твои любимые цветы. Ты такая красивая. Вот, держи, примири. Что? Вау, лесная магия. Получилось. Девчонки, смотрите, у нас получилось. Мы стали лучшей версией себя. Четыре стихии. Вы готовы покорить колледж? Вау, они такие классные! Я хочу быть как они, подождите! Они просто сногсшибательно выглядят! Привет, девчонки! Может, сходим куда-нибудь? Мы? Да. А вот вы? Нет. Пока, лузеры! Что? Время принимать ванну. Не так быстро. Я первая. Вода? Прости, но первой буду я. Я пришла раньше вас. В ванну иду я. Хватит, у меня начинается паника. Упс, где мы? Я всего лишь хотела помыться. А, что происходит? Это вулкан? Потрясающая работа, огонь. Это моя ванна из вулканической лавы. Не трогай, обожжешься. Нужно и себе придумать что-нибудь особенное. Например, ванну из облачка. Гениально! Твоя ванна великолепна, воздух. Нам тоже нужны свои собственные ванны стихии. Эти камни украсят мою ванну. Но почему камни такие тяжелые? А если использовать магию огня? Раз, два, три. Чем больше камней, тем лучше. И огоньки пламени, куда же без них? Я разожгу пламя даже в каменном сердце. А теперь можно принять ванну. Один огонек остался. За дело, малыш. О,
О, да, восхитительно. А полотенце пусть повисит там. Вау! Так даже лучше. Какая красота! Селфи на память. Моя ванна будет здесь. Сила стихии, помоги. Вау, какая прелесть! Нужно проделать прорубь для воды. Лучше возьми топор. Вау! Получилось, дай 5. Моя ванна лучше всех. Теперь моя очередь. Сила земли на помощь. Не получилось. Еще раз. Хм, земля такая забавная. Ванна, появись. Снова ничего. О, бедняжка, она так старается. Здесь так славно. А мне нравится моя ванна. На этом месте будет газон. Застелю все травой. Готово. А теперь сама выкопаю ванну. Что она задумала? Посажу зернышко. Вода, помоги. Ладно. Спасибо. О да, получилось. Моя ванна готова. Она прекрасна. Пиу, пиу, пиу. Точно в цель. И в моей ванне выросли сказочные лилии. Давай ее напугаем. Вау, как ты это сделала? Руки прочь, хрупкая вещь. Наконец-то я приму ванну. Тучка, ты мне поможешь? Спасибо. Ай, о, сейчас повеселимся. Воздух, ты забыла шампунь. И правда. Спасибо. Ну вот, дождь уже закончился, и тучка стала облаком. Я опоздала, шалость не удалась. Рыбка, плыви сюда. Да, она меня услышала. Привет, давай играть. Я тоже хочу завести рыбку. Рыбалка начинается. Рыбка, иди ко мне. Из воздуха вышел плохой рыбак. Что? Старый башмак? Тебе мою рыбку не отнять. Не смешно. Кому вообще нужна эта рыба? Что там делает земля? После ванны нужно хорошенько вытереться. А воздух? Такое мягкое полотенечко. И у меня есть полотенце. Упс, уже нет. И как мне высохнуть? Идея. У меня ведь есть фен. Вау, он стал еще красивее. Как мило. Теперь все в цветах. Добавлю цветы на каждую стену. Ванная комната преобразилась. Пора и мне. Начну с ресничек. Нет, это невозможно. Мне срочно нужно зеркало. Готово. Теперь можно заняться макияжем. Подвинься. Мне тоже нужно обновить макияж. Это мое зеркало. Пустите меня. И меня. Что это было? Ха, ну и вид. Полотенце насквозь промокло. Вау, что это воздух делает? А можешь и мне помочь высушить полотенце? Конечно, легко. Спасибо. Спасибо. Вот только куда нам повесить сухие полотенца? Есть идея. Вешалка для всех стихий. И для огненного фена найдется место. Хорошо иметь собственную ванну. Единственную и неповторимую. Вы все еще здесь? Освободите ванную. За дверью уже очередь собралась. Упс. Ладно, мы уходим. Я нашла карту.
Нам нужно идти туда. Нет, туда. Нет, идем прямо. Нет, направо. Мы на месте. Ура! Вау! А что дальше? Используем нашу магию. Сила стихий, помоги. Открываем. Потрясающе! Это драгоценные камни. По очереди, каждый по одному. Вау! Изумруд для меня. Держи. У меня новая суперсила. Невероятно! Моя очередь. Тебе бриллиант. Проверю свою силу. Да! Я тоже хочу. Твой сапфир. И у меня новая сила. Огонь, а у тебя? Мой рубин превратился в уголь. Испробуй новую суперсилу. Попытаюсь. Упс! А, горячо! Нам нужно понять, что не так с твоей магией. Не хочу. Доктор только посмотрит, иди. Фух, друг поможет. Подождем. Я не хотела, простите. Вон отсюда. В следующий раз полицию вызову. Это случайно вышло. Моя магия. Не волнуйся, все будет хорошо. У него был близнец, я знала. Вода, полей цветочек, прошу. Ладно. Спасибо. Пожалуйста. Что? Еще один цветочек. Спасибо. Ага, нет, так читать невозможно. Снова ты. Цветы в тебе нуждаются. Полей, пожалуйста. Хватит. Я знаю, что тебе нужно. Немного силы сапфира. Бутылочку окрашиваем. Из клеевых палочек вырезаем кристаллы и декорируем бутылочку. Тонируем акрилом. Добавляем глиттер и ракушки. И бутылочка готова. Она особенная. Вода в ней никогда не заканчивается. Теперь мои растения не засохнут. Вау! Можно и мне такую? Конечно. Только сперва заплати. Это все, что у меня есть. Мне хватит. Вау, какая красота! Я богата. Ты снова здесь? Сколько можно? Не подходи ко мне. Надоело. Еще пара листочков и готово. Я обожаю качели. Вау, качелька! Земля, ты уже покаталась? Теперь моя очередь. Как же это замечательно! Славная качелька! Можно покачаться? Конечно, прошу! Ух ты! Она такая воздушная! Вау! Дай мне покататься! Спасибо! Упс! Здесь становится жарко! Берем это! Лучше это! Покупаем все! Добрый день, мы возьмем это, и это, и это. Как будете платить? Мы платим драгоценными камнями. Этого должно хватить. Вау, чудеса! Спасибо и хорошего дня. Девушки, драгоценные камни, я вас запомнил. Вот они. Одной мне хватит, чтобы разбогатеть. Кто там? Это я. Забирайте ее скорее, она мне полдома сожгла. Это правда? Я не специально. Никак не заснуть. Что же делать? У земли бессонница. Ей нужно помочь. Я знаю как. Из пластиковых крышек вырезаем пятиугольники.
Обклеиваем голографической пленкой. И склеиваем объемные фигуры. Подвешиваем на леску. Крепим на основание от пялец. Добавляем гирлянду. Парочка перышек. Украшаем декоративными кристаллами и перышками. И мобиль для сладких сновидений готов. Как заснуть? Спать захотелось. Спи сладко. О, нет. Огонь, угомонись. Не могу. Земля уже спит. Есть идея. Отлично. Огонь тоже сладко спит. Вода? Ла-ла-ла. Никакой музыки. Эй! Время спать. Баю-бай, засыпай. Отлично. Сладких снов. Все заснули, и мне пора. О нет, уже утро? Как же так? Готово. О нет, ветер. Что за чудный день? Снова. Ну вот, моя прическа испорчена. Огонь. Суши с мегаострым соусом. Мои любимые. Мне как раз нужна одна палочка. Немного полимерной глины и волшебства. Палочку обклеиваем полимерной глиной, имитируя древесный рельеф. Запекаем по инструкции. Покрываем акрилом, декорируем камушками и мхом. И заколка для волос готова. Палочек было две. Земля, ты не видела вторую палочку? Палочку? Нет. Странно. Немного магии земли, и получилась восхитительная заколка. А я наколдую жемчужное ожерелье. Всегда о таком мечтала. Магия огня, проявись. Что? Мука? Из муки украшения не сделать. Попробую еще раз. Теперь это вишни? Я не понимаю. Нужно сконцентрироваться. Давай. Шоколад? Снова не то. Бедняжка, огонь. А что, если использовать все ингредиенты с умом? Получится аппетитная пироженка. Ты это видишь? На вид вкусное. Я проголодалась. Огонь, можно кусочек? Конечно, взамен на ваше украшение. Я согласна. И мы. Thank you very much. Все украшения мои. Объеденье. Как вкусно. Моя новая сила пригодилась. Привет. Нам как раз нужна такая. Эта комната идеальна. Ну и комната. Нас ждет много работы. Давайте начнем. У меня уже готов план строительства. Вот зона огня, вот земли. Я все продумала. Эй, вы куда? Ну вот, мой план никому не нужен. Убираю весь мусор. Эту кровать нужно вынести. Сейчас. Не могу даже с места сдвинуть. Ладно, лианы, помогайте. Здорово. А я займусь мытьем полов. Передвину этажерку силой ветра. Или нет? Согласно плану, здесь должен быть... Забудь про план. Импровизируй. Здесь будет стоять кровать. Но ее нужно собрать. Я сейчас. Держу. Огонь, поторопись. Бегу. Ой, не помещается.
Сейчас поместится. А это что? Приварю детали. Я мигом. Бенгальский огонь справится с этим лучше всего. Еще немного. Фух. Сделано. Держится крепко. Отличная работа. Фух, жарко. Я подую. Спасибо. Я нашла палки. Что дальше? Мы посадим их в горшки. Наполним питательной землей. И вырастим из них деревянную кровать. Расти. Получилось. Это было персиковое дерево? Мы мигом все перекрасим. Моя кровать будет цвета горного ручья. Или Альпийского озера. А я нашла идеальный зеленый оттенок. Мы справились. Чего-то не хватает. Занавес. А воздушная магия поможет с иллюминацией. Привет, пушистые облака. Не хватает только луны со звездами. Я тоже так хочу. Идея. Небесно-голубая штора. А на ней яркая радуга. Вот так вот. Вау, а мне что придумать? Знаю. Выращу густую траву. И украшу свою кроватку со всех сторон. Красота. Только света добавлю побольше. А этот росток посажу у подножия лестницы. Прости, мой хороший. Готово. А в центре будет дерево. Ну вот, мой план никому не нужен. И кровать у меня еще не готова. Я в ярости. Ого! Получилось неплохо. Прячемся. Простите, зато теперь и моя кроватка готова. Но мне нужно больше огня, пусть и даже из фоамирана. Вырежу язычки пламени. И соберу из них рамку для зеркала. Вау! Повешу на самом видном месте. Чуть не забыла. Огненная гирлянда. Как красиво. Мне тоже нужно освежить интерьер. Пора заглянуть в сумочку. Воздушный пластилин и перышки. Замечательно. Из пластилина сделаю корпус птички. А из перьев крылья и хвостик. И вот у меня уже есть музыка ветра. Какой этот пень тяжелый. Фух. Ну, держись. Готово. Самые точные деревянные часы. Повисите здесь. Похоже, я проголодалась. А обед еще не скоро. Часы, придется вас поторопить. Пора обедать. Объеденье. Все заняты делом, а я даже спуститься не могу. Помочь? Есть идея. Горка для мгновенного спуска. Только закрепим ее понадежнее. Спасибо, сестричка. Юху! Настоящая водная горка. Воздух надуешь для меня, бассейн, пожалуйста. Без проблем, но ты должна помочь. Качаю. Получается. Ты его надула. Спасибо. Пожалуйста.
Фух. Бассейн сюда. Но как в него забраться? Воздух, поможешь еще разочек? Поднимешь меня, прошу. Ладно, лети. Да. А над бассейном повешу гирлянду медузу. Есть у меня одна идея. Отмерю ширину, длину и высоту. Веревка и досточка тоже нашлись. Соединю их вместе. Воздух закрепи понадежней. И с другой стороны. Теперь у нас есть своя качелька. Как здорово! Замечательно. А я сделаю знак своей стихии – воздуха и украшу дерево. А я добавлю свой символ. Отличная идея. Вот и мой символ нашелся. Не хватает только моего. Теперь все стихии на месте. Яблочко такое сочное. Мы тоже бы не отказались перекусить. Хотите яблоко? Сейчас закопаю качан с косточками и использую магическую силу земли. Как интересно. Невероятно. И собираю урожай сочных яблок. Угощайтесь. Как вкусно! А если я посажу телефон, из него вырастет дерево телефонов? Интересно, как долго оно будет расти? Как-то слишком долго. Нет, это бесполезно. Я сдаюсь. Огонь, ты правда хотела вырастить телефонное дерево? Ты неисправима. Я хотя бы попыталась. Куда мы попали? Не комната, а кошмар. Здесь нужно прибраться. А может нам построить секретную комнату? Набросаю приблизительный план. Нужно место для бриллианта, рубина и для меня. Дай посмотреть. Готово. Что скажете? Для тебя построим второй этаж. Вот здесь будет кровать. Как скажешь. Как все запутано. Вы куда? Я нашла лестницу. А я строительные материалы. Я помогу навести порядок. Убираем все лишнее. Я помогу. Вау! Мы это сделали. Начинаем строить каркас. Я принесу еще материалы. Почти донесла. Какие тяжелые. Стройте, если вам больше нечем заняться. Ты держи, а я буду прикручивать шурупы. Получилось. Можно мне попробовать? Конечно. Они так стараются. Мы это сделали. Осталось поставить каркас на место. Двигай. Я не понимаю, зачем столько хлопот? Почему вы не воспользовались магией самоцветов? Это очень упрощает процесс. Попробуйте сами. Упс. Второй этаж мой. Нет, второй этаж мой. Камень, ножницы, бумага. Все время камень, как всегда. Я первая. Ну уж нет, я вас остановлю. Второй этаж мой.
Ладно. Что-то пошло не так. Ну, конечно, лестницу нужно закрепить. Сделано. Спасибо. Красный мой любимый цвет. Перекрасить каркас – отличная идея. А я перекрашу все силой магии. Быстро и просто. Вау! Мне понадобится матрас. Что скажешь, не слишком монохромно? По-моему, идеально. Мне тоже нужен матрас. Это мой матрас. Теперь он мой. Верни его мне. Нет. Как хочешь. Но тебя ждет сюрприз. Ай, какой неудобный матрас. Так и быть, забирай его себе. Какая щедрость. Спасибо. Изумруды. О, да. Это мои. У меня будет самый мягкий матрас. Ну вот, только я осталась без матраса. Не плачь, будет матрас и для тебя. Вау! И плед. Ай, спасибо. Пожалуйста. Моя кроватка готова. Чего-то не хватает. Получился шикарный балдахин. Добавлю свет. Этого освещения мне мало. Открываю портал. Привет, я возьму бриллиантовую люстру. Как скажете. А кто будет платить? Этого хватит на 10 люстр. Я богат. Замечательно. То, что нужно. Бриллианты закончились. Мне нужно вот это. Забирай. Спасибо. Рубин, это тебе. Вау, спасибо, бриллиант. Чудесный светильник. Была рада помочь. Как создать светильник из изумруда? Заклинание роста. Получилось. Вау! Я тоже хочу вырастить светильник из рубина. Рубин, превратись в светильник. О нет, ничего не вышло. Не расстраивайся. Давай украсим стену возле кровати. Давай. Что они задумали? С молотком надежнее. Что за шум? Никак не сосредоточиться. Когда это закончится? Со стеной мы закончили. Немного магии, и у нас есть микрофон. Начинаем концерт. Я тоже люблю петь. Становись в очередь. Это невозможно вынести. Мне нужна штора, чтобы отгородиться от этого шума. Вот теперь можно спокойно почитать. Давай пить вместе. Девочки, куда они подевались? Я хотела показать свою комнату. Сюрприз! Вот вы где. Восхитительно. Сообщение. У подружки день рождения. День рождения. Ясно. День рождения? Нужен подарок. С днем рождения, подружки. Вау, подарки. Вау. Подушка рубин. Подушка изумруд. Подушка бриллиант. Самая лучшая. Моя подушка самая удобная. Твое место здесь. Но куда деть все эти вещи? Знаю. Нужна полочка. На ней поместятся все мои любимые вещицы. И мои. И мои, спасибо. Какая наглость. У меня родилась идея. Не так быстро. Сперва заплатите за хранение вещей. Ладно, держи. Забирайте. Мне нужна собственная полочка. Украшу ее немного. Вау! И у меня будет своя полка.
Мою полочку тоже украсят изумруды. Потрясающая рамка для фотографий. Вся в драгоценных камнях. Она моя. Нет, моя. Администратор, вернись. Спокойно, подружка. Сколько здесь всего интересного. Подружки, я кое-что нашла. Вы только посмотрите на эту шикарную шкатулку. Дай-ка, здесь предупреждение. Не трогать. Скорее открываем. Ай, свет слишком яркий. Мои глаза. Рубин, но у тебя и вид. В чем дело? У меня хвост. Это очень забавно. Фото на память. Не снимай. Ты чего? На себя посмотри. Не может быть. Мы превратились в русалок? Да, мы русалки. План комнаты для самоцветов уже устарел. Нужен новый план для самоцветов русалок. Нас ждет много работы. Для начала избавимся от старого дивана. Магия драгоценных камней, выручай. Не получается. Попробуй ты. Используй все свои силы. Давай вместе. Все напрасно. Нам не сдвинуть этот диван. Я нашла доски. Ай, здесь потолок течет. О, нет, опять хвост. Я вернул диван на место. Нет, все идеально. Я рада. Ты очистила комнату от всего лишнего. У тебя потрясающая суперсила. Спасибо. Время украшать стены. Я буду рисовать экзотических морских рыбок. Юху, быстрее! Рисовать хвостом так весело. Кто-то звонит. Привет. Рада тебя слышать. Не поверишь, что со мной произошло. Подсказка, чешуя и плавник. Бриллиант снова бездельничает. Эй, помоги мне. Ты чего? Я тоже рисую. Здорово. Давай скорее строить. Вот здесь прикручу балку. Лишнее отпилю. Начало положено. Зачем все усложнять, если можно воспользоваться магическим планшетом? Я покажу. Эту деталь перевернуть. Все просто. Здорово. Дай мне. Я тоже хочу. А теперь соберем всю конструкцию. Раз, два, три. Вау. Мы русалки, и у нас все получилось. Я сейчас. Кому нужен матрас? Спасибо. Какие они тяжелые. Не для меня. Хорошо иметь суперсилу. Пора здесь все украсить. Немного магии, и на стене висит гирлянда. А я добавлю фатин. Потрясающе. Изумруд, что у тебя? Я превратила кровать в морское дно. Вау, как красиво! Хорошо, что у меня уже есть рыбки. О, рубин! Твои рыбки уплыли. Нет! Ого! Пожалуйста, успокойся. Мы можем тебе украсить кровать. У меня есть сетка. И кораллы. Спасибо, подружки. Мы русалки. Спасибо, изумруд. Спасибо, бриля. Где она? Я здесь. Немного поколдую. И вокруг меня уже плещутся волны. Вау, бриллиант. Сфотографируй меня на фоне волн. Улыбайся. Снимаю. Время селфи. Отлично. Минутку. А где моя серьга? Здесь нет. И здесь. Может, под подушками? Ничего. Изумруд? Прости.
Я знаю, мне нужно больше света. Включаю эксклюзивный светильник. А вот и моя сережка. Нашлась. И мне не помешает обновить декор. Портал, открывайся. Привет, поделишься мыльными пузырями? Нет. А в обмен на заколку с бриллиантами? О, да, спасибо. Мыльные пузыри? С помощью магии я превращу вас в восхитительное украшение. Что новенького в мире? Вау! Корона для русалок? Хочу! О, да! Она идеально мне подходит. Это невозможно вынести. Смешнее ничего не видела. Какая она громкая. Нужно что-то делать. Аквариум. И в нем полно водорослей. Но трогать воду нельзя. Придумала. Палочки, вот что мне нужно. Из водорослей сделаю штору. Нет. Рубин никак не успокоится. Йоу-йоу! Вау! Изумруд! Ты только посмотри! Что там еще? О, нет, нет, нет! Он уже здесь! Что нам делать? Мы все умрем! Мы найдем выход! Смотри, вот наш шанс! Аквапарк! Проклятье, они сбежали! Ладно, придется возвращаться ни с чем. Дурной молот! Научись мягко тормозить! Ауч! Сдам тебя на металлолом! Итак, проверим мои камушки. Не хватает одного, то есть двух. И где же они прячутся? О, да! Далеко вам не уплыть! Куда же спрятаться? За диван. Это мое место. Ищи себе другое. Проваливай. Сам проваливай. Я не уйду. Ну ладно. А как тебе такое? А! Охотник! А! Эти камни доверчивы, как дети. Здесь меня не найдут. Чур, меня не видно. Так-так-так. Кто тут прячется под одеялком? Изумруд. Легкая добыча. Ну все. Он не достанет нас, сестра. Что? Пропустите. Держись, изумруд. Дайте сюда этот зонт. Что? Куда они подевались? Придется идти в этот портал. Как же холодно. Бррр. Получилось, дай 5. О, слишком жарко воды. Дурацкое солнце хочет меня убить. О, вон они. Глупенький Бен, тебе не достать нас, лузер. Они еще и издеваются. Ну и кто теперь, лузер, попались? Что это с ним? Солнечный удар! Прошу прощения, сэр. Подержи-ка. Наконец-то они мои. Эй, что ты делаешь? Я нашел драгоценные камни. Преступник обезврежен. Смотри, он идет! Бежим! Не могу! Жара расплавила мой тапочек. Фух, а что делать со следами? У меня есть гениальная идея. Идем. Так-так-так. Они оставили следы. Наивные камушки. Я вас быстро найду. Бен, лучший следопыт района. Спорим, он будет еще час ходить по кругу? О, моя голова. Хм.
Вот и она. Ну что там? От кого прячемся? От Бена. О-о. Сюрприз, я тебя нашел. Нет, 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 помогите! Руки прочь от моей сестры, злобный Бен. Ой-ой, что ты мне сделаешь? Помогите, на нас напали. Лови, Рубин. О-о, спокойнее, девочки. Ха, час расплаты. Нет, мои глаза. Портал, скорее! Упс, бежим! Мы не достанемся этому охотнику за драгоценностями. Ему ни за что нас не найти. О-оу, он здесь. Что делать? Превращение! Они снова исчезли. Ну и ладно. Я заслужил небольшой отдых. Какой твердый жилет. Вздремну чуток. Помогите, не могу дышать. Оу, надо что-то делать. Упс. Приветик, сюрприз. Ну ты тяжелый. Я до вас доберусь, но не сейчас. Я устал за ними гоняться. Чертовки. Нога не ной. Мы еще не закончили. Но все, теперь вам конец. О, Бенни, во что эти камни тебя превратили? Ходячая развалина. Ну все, соберись, приведи себя в порядок. Вот так намного лучше. Эти девчонки пожалеют, что издевались надо мной. Я вернусь. О, да, я стану охранником аквапарка и поймаю этих девчонок. Наконец-то. Идеальный план. Эй, проходите. У меня один билет. Ага, давай. Сколько людей? Давай, проходи уже. Ты подвинься, наконец-то, мои клиенты. Эй, охранник, вали отсюда, ты мне не нужен. Вот оно, мое сокровище. Прошу прощения. Упс. Опять ему не повезло. Я настоящий охранник. Я больше не буду. Проходите, дамы. Добро пожаловать. В следующий раз вам не так повезет. Проваливай, приятель. Ты уволен, кыш. Теперь продавец Бен. Я дождусь вас, камушки. О, какая милая уточка. Я возьму вот это. Это они. Рубин и изумруд. Вот вы и попались. Отдавай мои камни. Немедленно. Полиция, помогите! Ограбление! Сэр, подойдите ко мне. Ну вот опять. Вы свободны, леди. А вы задержаны за попытку ограбления. Ха, ты снова попался, лузер. Это не смешно. Я вас достану. Из этой камеры я быстро выберусь. Оу, переусердствовал. Готово. Вау, что это за место? Посмотрим. О, селфи с древностью. А, помогите, на меня напали кости. Снимите с меня скелет. О, нет, это Бен? А, это просто скелет, он давно умер. Посмотри, сестра, мы в логове врага. А это что? Другие камни. Это бриллиант. Да, наконец-то. Спасибо, вы спасли меня. С
Скорее, надо освободить последние камни. Не так быстро, мои дорогие. Отдайте мне камушки. Охота продолжается. Мамочки, он уже здесь. Девчонки, вы куда? Не оставляйте меня. Прячемся. Я все равно тебя поймаю. Скорее, бриллиант, сюда. Божечки, что же нам делать? О, боже, близко. Я знаю, что вы здесь, мои драгоценные. Я вас найду. О, нет, нет, нет. Вот бы оказаться подальше отсюда. Только не это. Я знаю, что ты здесь. Нет, 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 не делай этого. Пронесло. Здесь никого. Они меня обманули. О, ну тогда точно вот это. Только не бей. Дешевый трюк. Я вам покажу. О, нет, что я наделала? Осталось всего две коробки и два камня. Они точно здесь. Чудесный день для отдыха. Минуточку, а это что? Меню, как интересно. Я буду коктейль и еще фрукты. О, прекрасно. С меня хватит. Магия рубина. Эй, мой верный молот, что ты делаешь? Не надо! Соберись, но все, игры закончились. Мне нужно оружие посильнее. Вот этот топор идеально подойдет для мести. О, какой тупой, я давно его не точил. Ладно, берем бензопилу. О, нет, 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 помогите! Нет, рубин! Хватит, сила изумруда! Ну зачем же прямо в глаз? Бежим! Мое плечо! Мисс, вот ваш счет. Сколько, сколько? Это все мое? Смотри, там Человек-паук! Где? Не вижу. Ну вот, ушла, не расплатившись. Еще и мусор после себя оставила. Какое неуважение к бриллианту. Ой, простите, за нами гонится злодей. Я арестую вас за то, что испортили мой кофе. Согласна. Только спрячьте нас в надежном месте. Это интересно. Нам нужно выбираться отсюда. Алло, бриллиант, вы в тюрьме? Прыгайте в портал. Портал, скорее! Ура! Что? Куда это они? Сбежали! От меня не убежишь! За ними! Девчонки, сюда! Мы снова вместе! Что это? Это снова я! Я нашел вас, мои драгоценные! Девочки, разбежимся в разные стороны, и он нас не найдет. Скорее! Стоп! Это же мой бриллиант! Почему без жилета? И где нарукавники? Где твоя панамка? Очки для плавания? Простите, я не подготовился. Вот, надевай. И очки. Теперь ходи по аквапарку только так. Понятно? Правила одни для всех. Проваливай! И фоточку для истории. Ловите, девчонки. Какой смешной. О, нет, он уже здесь. Изумрудик, я уже бегу. Где же спрятаться? В бассейне. Вот ты где плаваешь. Нет, пожалуйста.
Что? Акула? Тише ты! Что, не понравился мой плавник? Поплыли отсюда! Где же они? О, зонтик! Ага, это проще простого. Ну а кто тут у нас под зонтиком? Где она? Меня опять обманули! Рубин точно должна быть где-то здесь! Зря ты раскидал мои вещи. Получилось! Смотри, фотозона. Спрячемся здесь. Подозрительно. Где же эти драгоценности? Святой Карат, купи себе дезодорант. Я держу тебя, бедняжка. Где же она прячется? О, нет, нет, нет. Дайте мне круг. Нет, не отдам. Какая наглость. Упс. Где же они? Ничего не слышу. Сюда! Активировать пиратскую маскировку. Ну и погоня. О, я всегда любил пиратов. Мама, смотри, я Джек Водогрей. Что? Это они! Куда же нам спрятаться? Он уже здесь. Разбежались по сторонам! Девчонки, давайте ко мне! Иди сюда! Меня не видно! И ты иди сюда! И ты точно иди сюда! Наконец-то все в сборе! Что он с нами сделает? Стойте! Это не вы на фото? Нет, это другие тройняшки. Мы на них не похожи. Я обознался. Вот, возьмите мой камень в качестве извинений. Вау, какой красивый. На этом фото все так похожи. Оу, ну пока.